Здорово, ребята, Ёж на связи. Это последние новости от 4 мая, которые вы должны знать. Обновление должно было выйти 1 июня, но его не выпустили, и поэтому, как я говорил, не всегда то, что я рассказываю, и то, что написано офф-сервере, всегда так оно и есть. Ну чё, сегодня должно выйти приложение Rust Plus, которое связывает ваш мобильный телефон и пару электрических устройств в самой игре. То есть можете зайти на любой сервер, создать два устройства, о которых я вам расскажу позже, и на ваш телефон будут приходить либо оповещения, либо вы с помощью этого приложения сможете через приложение Rust Plus переключать любое электрическое устройство в вашем доме. Слишком много информации. Короче, как начать это все, как все делать? Приложение доступно в Гугле и в App Store. Заходим через Steam в него, потом заходим в Rust, там есть раздел новый Rust Plus. Добавляем туда это устройство, соединяемся, соединение с сервером и все. No problem, вообще профит сделано. Легко и просто там две кнопки нажать. Так, чё? И здесь два устройства, я вам как и сказал, это Smart Alarm и Smart Switch. В общем, Smart Alarm это будильник, Smart Switch это переключатель. Короче, будильник, ребята. Допустим, для того, чтобы все это работало, выбираем либо будильник ставим туда, либо туда ставим вот эту кнопку переключатель. Окей. То есть выбираем вот это переключатель, смотрите, показан, например. Его поставили, а вот это вот будильник. То есть можно добавить либо одно устройство, либо второе. Первое это, конечно же, будильник, второй переключатель. Хотите, если переключатель, добавляем в это приложение переключатель. Хотите будильник, добавляем будильник, без проблем. Если добавили будильник, то когда ваш дом будет рейдить, или сигнал наткнется на игрока, который бегает возле вашего дома, либо уже в доме, то на ваше устройство, на ваш телефон придет оповещение. Текстовое, любое, которое вы напишете, типа «О, меня рейдит». Ну вот как раз переключатель. Это та штука, с помощью которой вы можете переключать через приложение, через свой телефон, любое электрическое устройство. Ну, например, турельку и так далее. В общем, любое. И в качестве бонуса добавлена кнопка. При нажатии этой кнопки на 5 секунд вся электрика, вернее, электричество будет бабахать по всему вашему дому. То есть такой заряд будет, импульс. Новые строительные блоки уже еще раз изменились. Я видос записывал со строительством дома. Ну, еще, короче, добавили новые строительные блоки. Это треугольные лестницы. Как я понимаю, да, винтовая лестница и треугольная. Вот этого, кстати, не было, я когда на сервере юзал. Все еще исправляют, поэтому, видимо, и не выпускают на основную ветку. В общем, их можно и соединять, и получится такая красивенькая, модная прям вся лестница. Вот так вот. Вот эти вот штуки для подъема машины, так называемая рампа, я пока их тоже не очень-то и юзал, пусть пока отдыхают. Пандус, ребята, пандус это вместо лестниц. Помните, такая лестница была, если ставите дверку, и чтобы вниз спускаться с блока, если высоко стоит, там была лестница. В общем, ее убрали, теперь лестница такая вот. Но она, кстати, не обязательная. Ее могут и пока и не включить. В общем, поехали дальше. Новый треугольник, видите, на скриншоте треугольник, через него можно лазить. В общем, люк туда можно ставить. Уже, наконец-то, можно поюзать, но пока что на отдельной ветке, но сейчас... После обновы, надеюсь, если все-таки выпустит эту обнову сегодня вечером, либо завтра утром, она все-таки будет. Вот такая вот треугольный люк, смотрите. Да, здесь даже написано, я там выделяюсь синеньким. Можете тормознуть, прочитать, кому интересно, но там перевод, конечно, не точный. Вот она, смотрите, вот так вот выглядит, то есть треугольник, и там через него прям люк идет. Идем дальше, треугольная сетка. Такая вот защита. Ну, здесь написано треугольный гриль, но, знаете, такое вот квадратный решетчатый пол был. Он так и остается. Теперь еще есть треугольник такой пол. И, конечно же, большие изменения в интерфейсе, связанные с изменением структуры камня, железа, высокого металла были произведены. Фиксятся постоянно. Они, кстати, очень красивенькие. Потом вам все, конечно же, покажу. И надеюсь, в скором времени все-таки видосы будут выходить про строительство, про выживание. Увидимся, ребята. С вами был Ёж. Такие были новости. Вы должны быть в курсе. Покедова, бада-бим, бада-бум. Ю-ху!